Доброе утречко. Доброе всем утречко. Это кто тут такие проснулись? Кто тут проснулись? Одна прям вся под одеялом. Вся под одеялом. Это уже... Ой, какие потягушки, потягушки. Это же надо. Ой, вздохнул. Так скажет, я еще буду досыпать. А ты отвернулась. Скажи, я еще просто не проснулась, да? У меня даже хвост плохо работает. Ой, позивулька, позивулька, ты чего здесь золотая ты мордулька? А гладить-то тебя нужно, да, с утра? Скажи, гладить надо, надо, обязательно надо гладить. Сонный мы, не сонный, надо гладить обязательно. Да? Ой, какая храпушка, храпушка, храпушка. А эта звездулька спит, теплая вся внутри, нагретая. Ты ее будить, что ли, хочешь, да? Хвостиком ей машешь. Говоришь, что ты, милыська, спишь? Мы уже встали. Мы уже встали, да? Скажи, уже завтрак пора маме готовить. А то что ж? Бегуся самая первая начинает. Проголодается, то есть, как это сказать. Самая первая зовет. Мама говорит, идем кушать, идем кушать. Я проснулась, надо кушать. Я проснулась, умылась, лапки почистила, вылизала себя всю. И нужно завтракать, да? Антизолотая девочка, да. Какая девчонка золотая. Вот, спят они. Бусечка вообще куда-то ушел. А Донечка, слышу, под кроватью храпит. Ее даже слышно. Да? Все, а это показала, глазки открыла и дальше спать. Да? Ну все, Викуся, мы с тобой вдвоем сейчас будем всем желать доброго утречка. И, конечно, мы всем желаем доброго утречка, хорошего настроения. И очень-очень счастливого денечка. Да, счастливого, спокойного, радостного денечка. Чтоб все происходило хорошо-хорошо и замечательно-замечательно. Всех целуем, обнимаем и много радости желаем.